И моя задача была сделать здесь узел в плечах. Андрей им поделится, как не проходить гард. Андрей просто не умеет. Да, пока он просто девиз. Не умеешь проходить гард? Иди. Отрывай ногу. Мы сейчас говорим об ахилле. Соответственно, давай устраивай там все сценарно подводящие. И, собственно, прошу любить и жаловать. Смотри. Борюсь. Окей. Начинаем проходить гард. Здесь надо понимать и помнить о том, что любой переход за ахиллом, гипотетически, отдача 2 баллов, да? Что мы... Давайте поаплодируем Андрея за то, что он выучил слово гипотетически. Я готовился. Вот, то есть, и для этого нам нужно, скажем так, не дать ему встать, да? То есть для чего? Чтобы не отдать ему баллов. Очень важно, это нога дальняя, не та, которую мы будем атаковать, а та дальняя нога. Потому что если мы спатим этот ахилл, начнем вставать, он будет вставать на той ноге. Минус пояс. Я даже... Я бы себе сегодня отобьем руки. Окей, для этого мы работаем, когда начинаем там проходить гард, то, что сейчас Леха показывал, да? Не надо прихватывать сразу ахилл, это тоже большая ошибка. Вот здесь он там что-то пытается захватить, там донаривить. Ну, ахилл начинает брать. Как только мы его схватили, ну да, я не схвачу, ты же знаешь. Соответственно, человек уже будет вас сушить, вязать, ноги перекладывать. Скорее всего, да, вот ногу не даст мне махнуть. Это уже было на семинаре, когда мы проходили семинар на заводе. Соответственно, мы боремся, нагружаем эту ногу. Там, подходит, вот, соответственно, начинаем ходить. Я всегда прихватываю колено сверху, да, с этой ноги, а плечо локоть. Локоть. Приживая ногу к себе. Ну, то есть на ноге лежит и прихватываю. Начинаю уходить назад, ногой махаю. Прихватил, да, чтобы не слабо. И ухожу на эту сторону. Вот. Можно поработать с этой ногой, можно хватать за штанину, за брюк. Ну ничего страшного, прихватишь, да? Так это будет выглядеть. Соответственно, мы напрягли его, взяли эту ногу, мы проходим. Эту ногу, в принципе, тоже можно прихватить. Так, мы не можем прихватить, но хотя бы вот так. В принципе, да, мы начинаем дергать, я присел. Вот. Уже у нас два захвата есть. Он начинает пытаться встать, мы уходим вниз. Но сейчас давайте поработаем на отсечение дальней ноги, которая опорная получается, да? Что он будет не вставать. Давайте это, потом дальше. Покажи еще. Вот, мы работаем с ним, я прохожу гард. Да, первый, видите, шаг, да. Ну, я гружу дальнюю ногу. Гружает ногу. Да, здесь, давайте с ним усложним чуть. Помним, да, что правило, нельзя нерипинг делать. Нерипинг мы не делаем, но мы можем отсюда заправить, кто тут гибкий есть, да? Мы можем поправить ногу вот в это положение. Тоже, в принципе, работает. То есть мы уходим, я здесь. Да. Вот. Потом я отсюда просто для чего это тоже усложним. Потом второй переход, который я сейчас в последнее время начал делать. Тебе не показано. Давайте эти два перехода попробуем. Главное не дать ему встать. Так? Работа. Да. Раз, два. Ай, не смог. Это еще нормально все. Здесь, вот здесь, это мы сидим, это нормально. Но как только я прихватываю руку, подхожу ногу, все, я иду за руку. Соответственно, нога, то есть одна нога смотрит туда, колено смотрит от него, пяточка смотрит внутрь, так проще. Ну и не будет, ну как бы, просто... Не разозлите судью. Да, то есть если вы начнете двигать эту ногу сюда, то скорее вас даже здесь не свалит. Да, зис. Судья, лук. Вот, поэтому желательно, чтобы колено не накрывало колено. Вот, то есть мы можем накрывать в эту сторону. Поэтому теперь я начал делать другую штуку.
здесь нахожусь, я начинаю, человек начинает эту ногу себя охранять, и в принципе про это забывает. Я отпускаю ножку, улетаю сюда и захожу на 50-50. Это вообще, это, скажем так, легальный голос. Дальше все идем то же самое. Не-не-не, но тут ты не думал, теперь прихватили, это защита. Я думаю, что ты ему в России получил. Еще раз, да? Так, мы зашли сюда, вот в том положении мы были, когда у нас нога здесь. Просто когда она здесь, вам тяжело будет пересовывать туда. Если она у вас здесь, и вы оказались здесь, не знаю, в борьбе. Да, то есть эта нога у нас отключенная, к себе прижатая. То есть эту ногу просто покойка. Дальше мысль. Ты хочешь сигнал? Я хочу сфиг сделать. Не сделайте сфиг. Вот. Соответственно, здесь он сфиг делает. Я могу спокойно его контролировать 50-50 ударов. Окей. По теперь, потому что вопросы были по плечу, да? По плечу. Почему кладемся на плечо? Очень важный момент. Потому что есть классический вариант ахилла, самийский, да, когда делается вот этим местом, но его очень тяжело контролировать без, скажем так, ритма. Мы не сможем его контролировать. Мы делаем более физушный, когда мы заносим эту руку сюда поглубже, натягиваем себя, и вот здесь. И когда мы стоим на локте, у него здесь свободно все, все комфортно. Когда мы ложимся на плечо, мы сдавливаем всю ногу. Соответственно, мы расслабляем мышцы. И здесь свои. Свои. Расслабляем. Свои, если только те. Вот. Потому что, когда ты берешь и думаешь, если ты не доделаешь ахилл, он заберет спину. Потому что в этом положении, скорее всего, если я опущу ногу, и у меня запрещено делать колено по правилам, то я потеряю, скорее всего, спину. Поэтому, если уж залезли сюда, в такое положение ног, ахилл мы должны доделать. Мы здесь путались. Вот это идеальное положение. По плечу еще раз, да? Вот это не плечо. Да, то есть вот. У нас здесь не получится, мы на пузе лежим. Если мы лежим, вот, легли в позу эмбриона и пошли раздуваться. Еще раз отнем. Сейчас делаем вот этот один заход на 50-50 и на укладка на плечо. Вот, то есть смотрите, да, что изначально у нас первое упражнение было, мы ее добавляем к первому упражнению, вот это укладка, да. Все, мы легли, ножку махнули, легли, перехватили, легли на плечо. Рука, вот сюда иди. Вот. Рука, мы не здесь тянем, здесь никогда не оторвете, да, тем более вот. Я эту ручку захватываю максимально выше. Мне неудобно, я лег. Все, я могу тянуть. Здесь. Ну, это долго. Это очень долго. Просто он за это время может уйти. Да. Вот. И второй момент. Когда не получается у нас хилл с этого положения делать, мы берем эту ногу, перехватываем. На 50-50. Ферштейн, пока мы как-то не добьем. Здесь то же самое. Взяли и уже на пузо. Сюда не взяли. Даже с учетом того, что у меня нога с этой стороны, но я накрываю его колено. Скорее всего, судья нас отправит. Но не всех, а одного из вас точно. Ну, а этого в больничку. Врача на первый ковер. Так. Антилоп. Еще раз. Давайте еще раз пройдем. Все, мы боремся, умеем проходить гард, понимаем, что не можем пройти, вот, махаем, здесь, взялись, засунули руку, ногой можете контролировать либо сюда, взяли, сделали, отпустили, перехватываем ногу, перехватываем раз, вот, раз, вот здесь вот, вот, садимся на жопу. Можно и обратно, и футбол здесь отсюда, но это по. Соответственно, если мы ахилл берем, разворачиваемся на эту сторону. Только на эту.
А вот так ты никогда не делаешь? Нет, нет, нет. Я делаю только на когда... А смысл? Ты понимаешь, какой прикол? Что если я не разрешил пенелину, нам не такие. Если не разрешил пенелину. Да. Но это будет проще. Вот. Или, или футлок. Это намного сильнее, намного, чем я буду рисковать, искать, попаду ли я. Вот, тем более. Пробую. Раз, два. Есть вопрос, но я не знаю, как сформулировать. Короче, вот мы с Серегой делали, и как бы вот тут ничего не растягивается, зато больно вот отсюда и до сюда. Значит, захват не там был. Ниже опускаться. Но опять же, просто момент такой, если вы делаете игру, у вас там становый, там, не знаю, 300 килограмм, то вам, в принципе, без разницы, откуда его ломать, да? Вы игру оторвете, да? Не та секция. Да? Ну, а так вообще нужно максимально ближе к бронире от колеса. Как, да. Вот как так быстро взять близко к пятке, а не где-то хрен знает где? Два варианта. Либо ты быстро делаешь, либо ты домкрат. Домкрат, туда лезешь. Ага. Ну, то есть это уже борьба, да? Есть люди, которые там, не знаю, с прыжка туда запихиваются, залазят. Я, например, тут больше домкрат, потому что я туда пытаюсь вот залезть. Отдавить, залезть, нащупать, да? Может, вы... Идеальная точка – это вот это место, да? Да, махил. Ну, есть люди, которые там оп-оп и здесь, если повезло, да, кто-то так ему только делает. Я, например, буду, скорее всего, отлазить туда, но это будет в борьбе, это более сложнее, да, вариант. Я буду двигать его, отодвигать, он там будет лезть ко мне, я ему, этот, вот, и я буду сюда залазить. Но опять же, бывает, что он залез, как защиту, знает, да, защиту, сделал сапожок, все хорошо. Вот здесь уже будет мне сложно. Вряд ли я отсюда залезу, потому что он мне не даст. Поэтому здесь во время борьбы нужно уже понимать, какой ты торбо, домкрат или этот соник. Вот. Я могу побороться еще здесь. Вот. Я залез к нему. И здесь уже буду отодвигать. Конечно, хорошо, когда мы с ним боремся. Я неуловимый Джон. Я прям сразу, да? Я здесь. И сразу там уже несите лед. Несите лед. Ответь. Надо поделать. Ну да, живут это. Идем дальше. Сейчас будет, скорее всего, не знаю, как назвать. Скорее всего, он еще без да. предполагает. Почему? Потому что не знаю, насколько это легально. Давай. Вот. Когда мы. Бывает, что человек сел вам на ахилл. Бери ахилл. Мы защитились, он закидывает эту ногу. Вот. Даже главное, что это нога. Вот тут у меня часто в последнее время проходит. Я отодвигаю эту ногу и забираю. Вот. Вот. В принципе, я не знаю, насколько это легально. Потому что... Нога пересекла, да. Да, но здесь дисквалифицировать не его, а меня, если это нелегально. Да, то есть я эту ногу сам взял. Взял, да, сам взял. Но очень часто проходит, но судья пока не видел. Один на один судья был всегда, один и тот же. Они пока не поняли просто, что судья. Я как судья тебе скажу, я даже не знаю. Нет, по греблингу это можно 100%. Но здесь, во-первых, чем хорош? Я контролировал ногу, он контролирует... Он думает, что контролирует. Да, он думает, что контролирует меня, в то же время я контролирую очень хорошо его колено. Перекладываю ножку под ахилл, все тоже самое. Вот, да? Если он начинает отпускать, ну, все равно не успеешь. Да, то есть я в любом случае контролирую ногу. Но вот здесь вот главное, это все по сути будет здесь. Кто хорошо судит, потому что насколько я так не видел. Потому это что не я... в России. Кто хорошо судит, это не в России. Я не хорошо. Вот если сюда, это 100%, да? Это 100% дисквал. Но вот здесь вот на прямой ноге, хрен его знает. Но в принципе очень хорошо и очень хорошо проходит. Например. Но имеется в виду, ты это делаешь, при этом не падая. То есть, нет, да. Нет, нет, стой. А зачем? Я его контролирую очень. Он же пытается мне ногу оторвать, головой там на плечо пытается лечь. Да, я его взял. Я его хорошо контролирую. Зачем мне уходить? А то самый стимулок отсюда можно сделать? Я не умею. А. Ну там жир, что-то крутишь, и. Куза себе надо. Окей, идем, это так был факультатив, идем на 50 на 50 так.
оказались как 50 на 50 гафов. Я спрашивал про этот прием, мне три судьи, не буду имена называть, сказали, что он легальный. Потому что, в принципе, я ничего не нарушаю, но, как показала практика, вот три человека уже на нем травмировали. Почему? Потому что многие отсюда... В том числе и Шадров? В том числе и Шадров. Но это тот прием, который я хотел сделать, но он не пошел. Я пошел, мы это будем отдельно разбирать. Угу. Вот. Это был кто-то самоуничтожился. Вот. Соответственно, что мы делаем отсюда? Многие отсюда почему-то пытаются прижаться ко мне. Наверное, встать. Окей? Прижимайся. Вот. Я его сбираю. Обнимаю руку своего. Ухожу на бок. Ухожу на бок, прижимаю его к себе. Вот эта нога закидывается на ногу. На колено. Видите, да? Вот. Я его еще раз прижимаю и начинаю выходить назад. Так. Скажу так, я не вижу здесь ничего запрещенного, по крайней мере, по правилам, да? То есть я ничего не перекрываю, никакого книгинга нет, ничего не делаю, да? Но здесь есть момент. Да, но есть момент, если человек очень гибкий, он не пройдет. Вот. Я подумал, что Серега... Он сначала не пройдет, потом человек попробует встать и не пройдет. Если гибкий, то сломается нога. Вот, да, соответственно, что? Мы залезли, обняли максимально, прижали. Обязательно на пол, почему на пол, да? Если я буду здесь делать, у него нога ляжет на землю. Нахожу к нему, прижал, прикрываю ножку. Замочек и начинаем разбирать. Чтобы было, короче, амплитуда, куда? Ну, так амплитуды нет, а так амплитуда. А что там есть спина, происходит это время? Просто растягиваешь колено в сторону. Да, у тебя получается узел. Но даже не узел, это скорее всего идет этот. Банан. Ну, а вот здесь тоже яйца разрываются. Нет, ничего не разрывается, болит колено. Вот, очень аккуратно с этим приемом, да, потому что, ну, а он не чувствительный, в плане ты придумаешь, что взлепись, а потом... Алло, здравствуйте, травматология. Давайте его попробуем, и потом вот доделаем как раз последний прием вот от этого положения, который как раз был на трансфере. Смотри, что ты там видишь. Да? Ну ты... Нет, нет, у меня нет на видео. Иди на видео. Залез. Обнял. Я теперь понял смысл фотографии у тебя в этом ВК. Когда обнял человека, у него нога сломалась. Ну вот нога, да. Обнимай меня. Серега, да. Ну вот это ногой. Мне нужно в эту сторону. Да, и вот это ногой туда. Помогай себе. Ну это была моя нога. Ну какая разница? Вот так она зовет. Была своя нога. Короче, скоро будет шеф, а есть специальное правило. Давай. Вот там перекрестил. Главное мои колени, чтобы были гибкие. На GP, да? Все то же самое. Я отсюда ничего не смог сделать с Акилом. Я просто взял и встал на эту ногу. Вот, я встал, Серега не начал откидывать назад. Нет, он как-то вдох перечил. Что я тут делал? Я просто пошел вниз. Не торопись. Не тороплюсь, я поэтому... То есть я был на нем, и я ушел вниз. И моя задача была сделать здесь узел в плечах. Никто не поверит, мне кажется. Вот честно. Да, я пошел за рукой. Он начал сопротивляться за этой рукой. Я его прижал здесь, чтобы сделать узел плеча. И в это время просто раздался. Да, я очень аккуратно делал. Отсюда что должно быть? Либо узел, не сопротивляйся. Вот, я же не дергал. Да, я отсюда. Я контролирую полностью и делаю узел. Сереге так же говорил, да? Ну, хотел. Я хотел вот это сделать. Либо рычаг локтя обратный, либо узел. Но так как он начал сопротивляться с этой рукой, вот эта рука, нога немножко сломается. Да, он не легко это. Да, потому что, вот, говорю, здесь мы были на нем. Да. Да, на колене. Да, колено на животе. И отсюда я не могу дотянуться до
его руки. Мне нужно убрать эту ногу, то есть я ее просто пускаю вниз. Поэтому боли ты не выдержал. Вот, здесь либо доделаем то же самое. Ты ногами сейчас от себя, да? Да, да. Либо вот, либо пытаемся сделать болевой нарост. Кстати, болевой нарост отсюда очень сильно хорошо работает, когда люди пытаются этой рукой, пытаются залезть, да? Все, я тоже сам, я контролирую, я могу закинуть ногу, вот здесь доделать. Очень хороший 50 на 50, очень показалось очень наипиздательше. Я даже других слов не могу найти. Положение просто бомба. Отсюда это обратный хил, это футбол, это атака на дальнюю ногу, пожалуйста. Это атака на игру. То есть здесь можно работать все что угодно. Просто как обычно, да, мы когда сидим на 50-50 гарде, да, все думают, что мы будем атаковать именно эту ногу, да. Ну а почему бы нам, мы контролируем очень хорошо, почему бы нам не сделать весь хил? Да, почему бы нам не сделать обратное колено? Ну, в принципе, да. То есть 50 на 50, ну, можно... Как с рукой что-то там начинается? Атака руки покажет. Атака руки, мы начинаем, он, когда бывает, что вот ноги отсюда лежат, да? Мы раз... А, прихватил и перекинул. Ну, либо перекинул, вот, обратный рычаг. Если он прям чувствует, что я его беру, он берет и его убирает вниз. Да? Здесь это у дедушки что было? Кимура. Ну, кто же с этой позиции дедушки сделал? Не с этой позиции. Я делал на треугольнике, но какая смысл один тоже. То есть, как никак Кимура я делал, я вот то есть, ну, 50 на 50, в последнее время даже бросая хилу, лезу на 50 на 50. Потому что... Надо развиваться. Да, на спирт. Свипы? What the fuck? Свипы. Нет, знаешь, как еще бывает, что оттуда человек начинает вставать на ногу, и я резко начинаю. Да, это тоже будет. Да, я почувствовал, что это будет. А что было-то? Ну, он начинает вставать, я его сажаю обратно ногой. Я и больше, значит, не буду вставать, не сломаю. Аккуратно вставать. Вот, он начинает вставать, и я делаю мах этой ногой вниз. А-а-а. Это больно. Тик так. Я не помню, чему-то это больно. Колено. Я думаю, в принципе, вот этот прием не будем отрабатывать. Какой? Вот последний, я... который с коленом на землю. Не, не надо. Ясно. Это больно очень. Я думаю, что в этом классе не скоро ребятам он понадобится. Но ты их уже испугал, они все поверили, что ты можешь делать больно. Да. С тобой борюсь, с тобой. И с вами, ребята. Я спец по белому. Что сейчас отрабатываем, Андрей? Все? Все? Вопросы есть по ахиллу кого-нибудь? Просто этот, я ты спросил показать эту штуку. Показал, но я думал, что он травмоопасный. Давай. А если я остаюсь не вперед на тебя, а вот через зад. Покажи. Я не понимаю. Через зад, в смысле, не умело, через руку. Через зад, если не стоим здесь. Как? Все равно ты положишь. А все равно ты положишь. У тебя, ну, смысл, это как называется? А весь смысл свипов, даже блядь, я запомнил, что я должен ложить... Власть. Ложить. Вот, давай, вот я буду раз, я буду вот, ну, разворачиваться под то плечо, под то бедро, которое я должен положить. Да. Ну как, ты же не будешь назад давить, да? Либо влево, либо вправо. Да. Так и здесь, то же самое, на топ ногах. Ты начинаешь вставать сюда, Элвис, как бы Элвиса делать, да, получается? Да. И я тебя все равно разворачиваю в эту сторону. Ну, то, что могу. Ну, да. Ну, куда могу. Просто, а если ты начнешь еще в такой момент, если ты начинаешь туда сильно вставать, я тебя могу нагнать на ахилле. Понимаешь, да? То есть ты начинаешь вставать, ты догоняешь ахилле. Ну, мне проще обратно положу. Там я могу не потерять. Ну, что такое? Действительно. Сразу легко потерять, сложно найти и возможно. Я думаю, хватит. Информации много. Окей. Попросу пароль. Что, троимся?